Привет, друзья, это проект «Русская Америка». Если вы в поиске в YouTube напишите слово «магазины Нью-Йорка» и потом как бы включите поиск, то на первой странице, правда, пока внизу, выходит уже наш канал. Вот, «магазины Нью-Йорка», и вот ролик «Armani Exchange» пока выходит на первой странице. И я, конечно, очень рад, что этот канал, который посвящен только магазинам Нью-Йорка, он уже в поиске, и я думаю, что мы активно сейчас будем заниматься. Я планирую обойти абсолютно все основные магазины Нью-Йорка, снять видео их витрин, и также Аня будет снимать их внутри, то есть вы увидите цены. Кроме этого, вы можете заказать любую покупку через онлайн-магазин наш и сэкономить огромную сумму денег. Действительно говорю огромную, потому что, как мне сказали, что сейчас в России на цены на там, фирменные товары, например, там, на Dolce & Gabbana или на Chanel, ну, на некоторые вещи в два, а то и в три раза дороже, чем в Нью-Йорке. Я думаю, что лучше уж подождать немножко почту, но получить товар с большой скидкой. Подписывайтесь на канал «Магазины Нью-Йорка».